Полезный город. Преследующие кредиторы и письма с требованием денег – это уже не сюжеты из фильмов, а наша реальность. Иногда кировчанам приходится иметь дело даже с офшорными компаниями. У нас в студии специалист по кредитным спорам, юрист Роман Дударев. Давайте начнем как раз с истории кировчанки, которой вы помогаете судиться с кипрской компанией. Раньше, когда были все эти микрофинансовые организации, когда выдавались кредиты там, под 60, там, под 70% годовых, 13-й, 15-й, 14-й год, примерно взяла там 100 тысяч на выплате, вот 300 тысяч. Какой-то период времени больше не смогла выплачивать. Кредитный договор-то не был расторгнут, все эти неустойки капали. Компания-то так уже большую коммерческую выгоду от этого получила. По просто чего еще этот кредит продала другой компании. Эти, соответственно, они начали там продаваться постепенно. И дело дошло до того, что исковые, значит, заявления уже пошли с Кипра. Они обратились в Октябрьский районный суд. Заседание было в ноябре, а узнали мы об этом в мае. Совместными усилиями мы убедили суд в том, что, во-первых, скорее всего, вот эта компания с Кипра не является надлежащим истцом. То есть не может такие требования к нам предъявлять. И, соответственно, мы этот срок на отмену заочного решения суда, значит, который составляет всего лишь 7 дней, смогли этот срок восстановить, подали возражение на истечение срока исковой давности и только будем ждать решения суда. Почему кипрские офшор не имеют права требовать деньги вот с вашей доверительницы? Во-первых, когда сменяется, значит, кредитор, они должны нас об этом уведомлять письменно. И второй момент, мы не видели акта приема, передачи вот этих требований. Непонятно, уступил ли все-таки предыдущий кредитор в данной компании из Кипра право требования с нас кредита или не уступил. Получается тогда, вот если ко мне спустя какое-то время приходят коллекторы, бежать и платить не надо, лучше пойти к юристу, потому что, скорее всего, есть возможность обязательства с себя снять. Да, все верно. Сейчас очень много объявлений в городе. Спишем кредиты, избавим там от долгов. Вот это вот что? Такие объявления тоже вижу. Скорее всего, это компании по банкротству физических лиц. Там тоже много нюансов различных. В течение 5 лет после банкротства будет обязан кредиторам сообщать о том, что он был банкротом. И, скорее всего, он уже не одобрит ему кредит никогда. В ваших устах вот это вот списание кредитов звучит как достаточно легкая процедура, но речь все-таки о вещах, по которым истек срок исковой давности. Да. То есть вы восстанавливаете... Да, мы восстанавливаем, значит, срок обжалования, если он там пропущен по каким-либо причинам. То есть, понимаете, здесь нужно суд убедить. Это работа юриста. Также бывает, пишем жалобы на почту. Там, знаете, заказное письмо, там уведомление не выручают, совет. К примеру, нам приходят коммунальные там платежи, там, например, там налоговые уведомления, либо еще что-нибудь. Если вот в этот же период времени приходило и уведомление из суда, мы можем вот эти документы, которые мы получали действительно, предъявить суду и сказать, что вот мы получали вот эти документы за другую дату, а этого документа нет. Соответственно, он и не приходил. То есть суды-то чаще всего встают на сторону ответчика. В любом случае, нужно обращаться к юристу самостоятельно, вот это все делать нет смысла. Наломаешь дров и потом вот это исправлять чужие ошибки хуже нет. Если у вас есть проблемы с кредиторами, если с вас требуют вернуть кредит, которого вы не брали, Романа Дударева легко найти в интернете. Юрист с большим опытом в вашем деле пригодится. Полезный город.